Завершение посевной и пожарная безопасность – основные темы еженедельного совещания в Доме правительства. На 17 мая яровыми, зерновыми и зернобобовыми культурами в республике засеяно 170 тысяч гектаров. Это почти 85% плана. Полностью завершили весенний сев аграрии Вурнарского, Шамуршинского и Ельчикского районов. Большую часть запланированных площадей засеяли в Батыревском и Красноармейском. Темп сева за прошедшие сутки составил 13 тысяч гектар. Такой темп позволит завершить массовый сев в республике за 3-4 дня. Ну, понятно, в конце темп, он, конечно, будет чуть снижаться, когда крупные сельские хозяйства завершат посев. Но на этой неделе задача сев завершить. Отдельно остановились на теме пожаров. Только с 10 по 16 мая в республике зарегистрировано 59 возгораний. В результате погибли 2 человека. Пожароопасная ситуация требует от нас повышенного внимания, поэтому прошу здесь, прежде всего, конечно же, проводить превентивные мероприятия, но если происходит вопиющий случай нарушения установленных порядков, применять, значит, меры наказания, ну, вот по всей строгости закона. Коллеги, без этого мы с вами, к сожалению, порядок не наведем на территории республики. Я бы попросил глав муниципальных организаций более активно работать непосредственно по профилактике пожаров. Ежедневно мы подводим итоги, собираем сведения по количеству проведенных инструктажей, про количество составленных административных протоколов. Только совместная работа может дать определенные результаты.